Добрый день. Предлагаю посмотреть лот. Нижнее белье, боксеры, таргет, стоп. Подробности смотрите в ссылке под описанием. Так, и начнем мы. Ну, здесь, то есть, есть боксеры, семейные трусы и плавки из спортивного трикотажа. И также хлопковые. И несколько будет футболочек и маечек. И начнем мы с размера S. Это спортивный трикотаж. Здесь тоже спортивный трикотаж, плавки с перфорацией, размер S. Дальше у нас M-очка, такие же плавочки. Плавки, хлопок. Вот здесь L размер, но это L детский. То есть это, ну, где-то, наверное, ну, на 12 примерно лет, 10-12, вот так. Хлопок. Так, здесь... Тоже вот заявлен XL размер, но это подростковые. Видно, что размерчик маленький. Это тоже спортивный трикотаж, плотный. Вот такие Франклин. Спортивный трикотаж M-ка. И здесь S-ка. Тоже прям маленькие. Здесь S-очка с перфорацией, боксеры. Тоже спортивный трикотаж. М размер хлопок, классические здесь с кармашком. М-ка спортивный трикотаж. Спортивный трикотаж Элька. Элька. Плавки хлопок. XL размер. И также есть вот семейные трусы, которые хлопковые, не тянутся. Это М размер. Здесь тоже, по-моему, М, да, М-очка. Такие очень хорошие качества. Гилдан Элька. Здесь тоже гилданы Элька. Здесь XL размер, тоненький хлопок. И вот такие тоже семейные трусы, но которые уже... Тянется здесь материальчик, тоже хлопок, 2XL размер. Маечка на S размер. Вот такая в рубчик, тоненький хлопок, очень классное качество, приятное на ощупь. И XL размерчик, тоже в рубчик. Дальше футболка XL размер в черном цвете, круглый вырез, хлопковая. И L-ка с V-образным вырезом. Так. Из спортивного трикотажа есть вот такие немножко удлиненные боксеры. Здесь две расцветки и размеры разные. Тоже вот S-очка, тоже S-ка, еще одна S-ка, M-размер. Дальше пошли L-ки. Вот видите, другая есть расцветочка. Тут L-ка тоже. XL, две штуки, и 2XL, вот в таком цвете одна штучка. Так. И также в этом лоте присутствуют боксеры Gildan, два всего размера, несколько расцветок. Размер S, хлопковые боксеры, вот они в трех, получается, расцветочках, это S-очки. И размер у нас 2XL. Тоже в трех расцветках. Вот видите, контрастная резинка. Очень красиво это все смотрится. Стильно. Вот в такой расцветке. И просто серенькие. Вот так вот. Их тут тоже несколько штук. Это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.